Всем привет, друзья! С вами команда онлайнера. Меня зовут Яна Таран. И сегодня вместе с полным лукошком подарков от нашего партнера Батера мы будем проверять жителей столицы на удачу. Ну а нам с оператором будет очень приятно, если вы поставите нам лайк, подпишитесь на канал и нажмете колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши видео. Раз, два, три. Раз, раз. Ты же кричишь, да? Я не кричу. Нас натравили к этому! Таня, это нельзя вставлять. Совершеннолетний? Да. Паспорт покажешь? Я без паспорта с тобой разговаривать не буду. Покажу, но не на камеру. Ну ладно, хорошо, пошли посмотрим. Показывай. Мы на камеру покажем показатель. Правду говорит? Отлично. Ну хорошо, давай, смотри, я задаю вопросы, отвечаешь, получаешь призы. Как взаимосвязаны гром и молния? Магнитными связями. Гром, молния? Да. Но сначала звучит гром, потом летит молния. Сначала идет молния, потом гром, это гроза. Ну, гром — это звук вот этот вот, который гремит обычно в небе. Молния — От чего появляется этот звук? Энергии. Нет, ну я хочу по-другому услышать. Идет вначале молния, за ним просто звуковая волна, и появляется гром. Вау, какой вы умный. Класс. Это одно и то же явление, просто одно — это свет идет со скоростью света, а другое — это звук со скоростью звука. И мы их слышим и видим немного в разные моменты времени. Какой элемент женского гардероба изобрел Марк Твен? А что ты отвернулась? Он кто, женский гардероб? Скорее всего, это будет что-то из нижнего белья. Может быть, может быть. Походу, он изобрел стринги. Корсет, по-моему. Нет, туфли. То, что держит. Я не знаю. Лифчик. Какую часть лифчика? Косточки. Нет. Как это называется? Нет. Нет? Застежку, что ли? Да, все правильно, застежку. А до этого не застегивали. До этого там все было иначе устроено, но вот он придумал эту застежку, и ее начали использовать в женском гардеробе. Самый большой орган человеческого организма. Кишки. Желудок. Нет. Печень. Нет. Нет. Орган желудок. Нет. Даже ребенка слышно. Сердце. Кожа, наверное. Да, это правильный ответ. Почему классическая лампочка в форме груши? Так. Тесла так захотел, не знаю. Потому решили так, первую лампочку такую сделали и решили все так дальше. Так уж повелось. Ну что ж, я принимаю ваш ответ. Проще ввинчивать ее, лучше, как это, светопередача. Ну почему она в форме груша? А почему она не в форме яблока? Не знаю, ну может стрельнул у кого. Наверное, это как-то связано с ее нагревом и спирали внутри. Ну сразу это была лампа накаливания, еще плюс она также сберегает от того, чтобы никто в рот не взял, как я слышал от детей, ну когда их делали в лампах. Но вообще именно потому что накаливание, чтобы не лопалось стекло, если оно будет чисто цилиндрической формы. Зачем спортсмены после тренировки закрывают так называемое углеводное окно? Чтобы не сжигать углеводы? Ну, потому что после тренировки идут восстановительные процессы, и поэтому надо потреблять больше углеводов, чтобы мышцы быстрее восстановились. Чтобы восстановить баланс организма? Потому что потерял очень много энергии, и ее нужно восполнить. Все КДЖ, которое мы потребляем, оно уходит в нашу энергию в первую очередь. Если мы не поедим после тренировки, во-первых, будет сложнее происходить восстановление мышц, а во-вторых, нам будет сложнее просто питать энергию на оставшийся день. Алексей, ну вы прям профессор просто. Как по методичке у меня все прописано, вы так и отвечаете. Хорошо, вот у вас этот ребенок присутствует. Может быть, вы знаете, откуда взялось поверье, что детей находят в капусте? Ну, капуста, она когда раскрывается там внутри, там... такой, типа, плодик маленький. Качан называется. Да, качан, да. Угу. Вот, и, типа, ребенок — это качан, и он так листья раскрывается, он, типа, выходит. Ну, может, такое соотношение, не знаю. Лучше отмазки не придумали. Как так сложилось? Чтобы не рассказывать детям правду, чтобы такие подробности не рассказывать. Я что-то помню, но вообще не могу вспомнить. Я честно читала, да, но учила, но не помню. Возможно, кто-то сказал один раз, и все это начало передаваться через поколение из поколения. Наверное, это какой-то уже сложившийся веками, не миф, а как это? Легенда. Легенда, да.
Потому что раньше женщины типа в поле, в огороде рожали, я не знаю. Верно, да. Последний вопрос. Как ты думаешь, что такое фартлек и из какой области вообще этот термин? Будем идти от английского фарт, это типа повезло. Фарт? Фарт, у фартадула повезло. Может, с IT что-то связано, не знаю. Нет? Леш, еще варианты. Еда может быть какая-нибудь. Еда? Да. Фаршмак. Ладно, пусть будет корабль, не знаю, судоходная тема. Это может быть все, что угодно, фартлек. Так. Если бы мы знали, но мы не знаем, очень страшно. Фартлек. Мне кажется, тут сейчас ругаются. Да. Это бег. Фартлек. Это бег, по-моему, с ускорениями или с какими-то... Ну, то есть, это вид, разновидность бега, вот. Mm-hmm. Да. Ну а если вы азартный человек и так же уверены в себе, как наши сегодняшние герои, то испытайте свою удачу с Бетера. Регистрируйтесь на обновленной платформе, это можно сделать еще быстрее. Удобная навигация и понятный интерфейс, 1500 онлайн-игр, в том числе эксклюзивные, а также еженедельные турниры с призовыми. Всем новичкам Бетера дарит двойной бонус – 50 рублей на спорт и 50 бесплатных вращений в онлайн-играх. Забирайте по ссылке в закрепленном комментарии.